Мы продолжаем толкование избранных притч царя Соломона, и сегодня у нас вновь притча из 17 главы. Уже третью передачу подряд мы читаем эту главу, столь полезными кажутся изречения, сосредоточенные в ней. «Кто ругается над нищим, тот хулит Творца его. Кто радуется несчастью, тот не остается ненаказанным». Апостол Иоанн Богослов пишет, «Как ты можешь любить Бога, которого не видишь, если не любишь брата своего, которого видишь?» То есть правильная любовь к Богу, любовь деятельная и нелицемерная, прямо соединена с любовью к человеку. А почему мы должны любить другого человека? Потому что у нас один Творец. Тот же апостол Иоанн пишет, что невозможно любить Творца, а сотворенное им ненавидеть. Так просто не может быть. И поскольку каждый из людей есть творение Божие, то и наша любовь должна быть обращена не только к православным, не только к тем, кто не грешит и ведет добропорядочную жизнь, но к каждому человеку, о чем Христос и сказал в притче о добром самарянине. Те же, кто насмехается над любым человеком, что чаще всего происходит у нас в отношении к бедным или немощным, тот забывает, что бедный является таким же творением Божьим, образом и подобием Божьим. Поэтому своими насмешками он не только оскорбляет бедного, уничижая в нем человеческое достоинство, но, что намного хуже, прогневляет через это самого Творца. Нужно помнить об этом, потому что порой многие не замечают за собой и считают позволительным смеяться или обижать бродяг, бомжей, нищих людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, например. Обижая их, люди оправдывают себя тем, что эти люди сами заслужили такое отношение к себе, потеряв человеческий образ. Однако нужно помнить, что оскорбление их есть оскорбление сотворившего их Бога. Во второй части притчи царь Соломон усиливает и расширяет мысль, сказанную в первой части, и говорит о всяком злорадстве. Не только оскорбление нищего, но вообще глумление над любым несчастьем ближнего не угодно Господу. Апостол Павел пишет: «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Однако многие из нас эти заповеди исполняют с точностью да наоборот. Мы плачем о радующихся по причине зависти и радуемся о плачущих по причине памятозлобия. Да, потому что, по слову святых, злорадство рождается от памятозлобия. То есть оно обнаруживает нашу скрытую злобу к человеку, которую порой мы часто не замечаем в себе. Если же мы радуемся беде человека, то, как говорит преподобный Авва Дорофей, таким образом воздаем злом за зло в сердце своем, то есть мстим в своих мыслях и таким образом становимся тоже соучастниками этого зла. Важно сказать, что мы не должны радоваться не только всякой беде ближнего, но и, что более важно, всякой справедливой и заслуженной беде. А это очень тяжело. У нас ведь часто бывает: ага, получил по заслугам, или что-то типа того, как боролся, на то и напоролся. Вот даже такие мысли мы должны в себе замечать и останавливать. Более того, даже то воздаяние, в котором мы прямо видим руку Божию, не должно нас радовать. В книгах Ветхого Завета есть самая малая книга пророка Авдия, состоящая всего из одной главы. И вот этот пророк упрекает едомский народ в том, что они злорадствовали, когда израильтян уводили в плен. «Не следовало бы тебе злорадно смотреть на день брата твоего, на день отчуждения его, не следовало тебе радоваться о сынах Иуды в день гибели их и расширять рот в день бедствия, не стоять на перекрестках для убивания бежавших его, не выдавать уцелевших из него в день бедствия, ибо близок день Господень на все народы, как ты поступал, так поступлено будет и с тобою, воздаяние твое обратится на голову твою». Мы знаем, что израильский народ был наказан и уведен в плен Божий по прямому Божьему повелению. Однако Господь через пророка Авдия запрещает радоваться этому другим народам и угрожает им таким же, даже большим наказанием, что, собственно говоря, и случилось вскоре с народом едомским. Кстати, израильский и едомский народ были в прямом смысле братскими народами, потому что произошли от двух родных братьев. Таким образом, нам не должно радоваться даже тому наказанию, которое явно посылается от Господа. Приведем пример. Когда у отца два сына, и ему нужно наказать одного из них за провинность, то в случае, если второй сын будет радоваться наказанию брата своего, то тем самым он еще больше прогневает отца, чем тот, кто провинился. Так и Господь ждет от нас не злорадства, а братской любви, сострадания и молитвы за тех, кто впал в несчастье, пусть даже справедливо и по Божьему промыслу. На этой неделе читаем притчу: «Кто ругается над нищим, тот хулит Творца его. Кто радуется несчастью, тот не остается ненаказанным».